ganho do que quanto te mochigo. Vou mostrar o papadão. Если в деле водос, будет заместный закон. Вы следователь? Так точно. А можете представиться? Следователь, Харьковская. А можно ваше службовое посвящение? Моя фамилия. Адвокат, пожалуйста. А это как бы, типа, блокировка какая-то, я так понимаю, да? А вы заблокировали машину? Во-первых, только подъехали, а во-вторых, транспортное средство покинуло территорию посада. Раз, старший лейтенант полиции Терещенко Алексей Ильич. Можно ваше службовое посещение? Да, транспортное средство. Конечно, все можно. Приветствую. Сейчас, момент, пусть следователь покажет. Господи, я ничего не вижу. Давайте я вам посвящу. Посвящу. Ну, это место, событие. Санёчек, ты проще с этим человеком разговаривай, это ж не я. Я просто не знаю ситуацию. Да я знаю ситуацию, я знаю, чем все занимаются. Сейчас. Можно ваше службовое посвящение? Так, ну такая камера хорошая, ну что ж, Терещенко Олег Игоревич. Без проблем. Санечка, и твое можно службовое посвящение? Конечно, ну службовое посвящение, ну я ж, видишь, на украинской мове. Знайшли? Сейчас знаю. Вы еще без посвящения приехали. А как будем бороться с тем, что... Автомобиль поехал с поста и с него пропали дрова. Поехал с поста и пропали дрова? Ну, да. Давайте 102 вызывать. Давайте еще. Мы сейчас вызовем, если мы посчитаем необходимым, что-то исчезло, вы говорите. Или вы хозяин машины? Не, я не хозяин. Я только сюда приехал. Вам то есть ситуация. Конечно, приехал я сюда. Ситуация в чем? Оформляла патрульная полиция на посту Высоком. А где она? Ну, на посту Высоком. Ну наверное. Так вызывайте сюда. Да, слушайте, а какая цель? Что оформляют? О, вот это нормальный. Это вот все нормальный. Я не надо мое удостоверение фотографировать. Еще Саня, раз. Проще разговаривать. Не надо Саша, проще. Не потом надо фотографировать. Саша, не надо мне фотографировать. Сядьте в машину, чтобы не надо фотографировать удостоверение, пожалуйста. Саша, ты на, ну ты понимаешь, что ты разговариваешь сейчас в грубой форме. Давайте я представлюсь. Я не, пожалуйста, еще раз, я удостоверение еще. Показываю. Чумак. Я вам представлю, смотрите. Дай, чумак. Вот удостоверение, пожалуйста. Я же не вижу. Манько Алексей Михайлович. Я знаю, кто вы. Я знаю. Дай, я хотел бы дай он, пожалуйста, ознакомиться. Не надо мне фотографировать Саша. Удостоверение. Чем запрещено? Записывайте, я переписывайте. Его зафиксирую для себя. А ну, для я зафиксировать для... не даю. Попадают ваши деньги. Зафиксирую, чтобы мне непосредственно я было... Я уже надеялся, а то мне. Я еще раз вам объяснил. Переписывайте, записывайте. Чем запрещено? Записывайте, пожалуйста, мои данные. Записывайте. Я вам представился. Не надо снимать. Саша, подержи, пожалуйста. Он уже зафиксировал. Я сказал, Саша, подержи. Нет, он не ознакомился, Саша. Саша. Саша, ну ты неправильно себя ведешь. Вы услышали? Я вам показал. Ты на какую статью ссылаешься, что запрещено? Вы потребовали мне согласно статье 18? Тогда я ознакомитесь. Я же ознакомился, прочитаю. Ну так его. Подержи его до полного знакомления. Читайте, все. Пожалуйста. Да, я... Не надо мне сфиксировать его. Саша, ну еще я сейчас, ну я начну грубо разговаривать. Разговаривайте, ну, разговаривайте. Разговаривайте. Тебе нравится? Да, разговаривайте со мной грубо. Ну так покажи. Разговаривайте со мной грубо. Чего вы вообще нас пристали? Так я говорю, покажи. Нас вызвали сюда. Разговаривайте со мной покажи, грубо, пожалуйста. Службу... Я вам показал. Читайте, пожалуйста. Еще. Все. Саша. Саша. Ладно, мы тобой потом займемся. Давай. Но я тебе это говорю. Хорошо. Цель достигнута какая. Все зафиксировано, соответственно. Я тебе просто говорю. Знаешь, что такое угроза? Вот вы меня сейчас угрожаете. Ты знаешь, что такое угроза? Потому что мне говорите, вы займетесь. Занимаетесь? Ваши права. Занимаетесь. Угрозу я говорю? Я ничего не нарушаю. Еще раз говорю. Я ничего. А ты, по крайней мере, 18.3 не даешь до полного ознакомления это сделать. Я не вижу. Так где
подержи, вот, как твой коллега, напарник. Показал и все. Это претензия уже не к вам, это к тем, кто там. Не, ну понятно. Не светите мне, пожалуйста, просто. Какие претензии? Задержал непонятно кто, останавливал их. Нас вызвали сюда, что тут... Мы вообще хотели узнать, кто вы. Я сказал, кто я. Он знает, кто я. Я показал удостоверение. Я все рассказал нормально, показал. Ну я хотел бы его ознакомиться. Глаза не светите и все. Ну что мне сделать? Вот скажи, как мне сделать подсветку, чтобы видно было твое лицо? Не твое, а ваше. Хорошо, ладно, вы нормально, так пожалуйста, общайтесь нормально, вежливо, корректно. Ваше, а вы, вы же хотите нормально. Послушай, ну я сейчас вынужден просто моя... тоже разговаривать. Чумак Александр Васильевич. Чумак? Александр Васильевич. Да. Дальше, рота бат. Нет, это мерифянская, это гунпэчники, это староверы. Это староверы, это кабанчики. Кабанчики. Кабанюра, это один кабанюра, а это кабанчик. А где следователи? Где она? Общается человек. Вопрос. Если он общаться не умеет со всеми, я могу прямо в открытую сказать. Девушки нет уже? Я не знаю. А ну скажи на камеру. Я не хочу с вами общаться. Ну скажи на камеру. Вадим, я с вами общаться не хочу. Скажи на камеру. Хватит. Ну это цирк это. Хватит. Ну так сядь в машину тогда и свали отсюда, если ты не хочешь. Ну давай так уже, ты сам на провокацию меня подводишь. Не свети мне в глаза, пожалуйста. Что, есть службовое посвящение? Да нет, ну... Я с работы уже, понимаете? Ну, можно я вам объясню? А где это техпаспорт на машину? Документы составлены и сданы в дежурную часть. А машину я не дождалась, вот еду. Вот надо как-то их забрать. Мне машину как-то, я за машину отвечаю просто. Ну, машину, то понятно, что... А машина при чем здесь? Машина уже не при чем. Машина не при чем. Просто... Взята. Техпаспорт, ну, не непонятно, зачем было вылучать. Техпаспорт, да, причем? Же, что же у нас не является предметом утекового случая? Педро пришли голову, у нас 358 же не вводилось. Изъяты? А на основании чего они изъяты? На основании того, что незаконно человек, то есть без документов перевозил спиленные деревья. Спиленные деревья, а нам запрещено с моего сектора спилить дерево? Ну, к сожалению, непонятно, не видно, с какого сектора, кто хозяин. Ну. Так, а как вы, если вы, никаких если вы даже изымите, изымите. Ну что с посвечением? Все в порядке с посвечением. А где он? Сейчас покажу. Покажите. Сейчас со всеми документами покажу. А где все документы? Ну что вы от нас убегаете? Но мне придется за вами ходить и задавать вам вопросы. Короче, что мы делаем? Мы садимся и едем, все. А техпаспорты? Да поедем без техпаспорта, все. Так а завтра как ездить? Ну, братан, уже все поставишь, пока вместе и это. Ну, если нас задерживают 3 часа, все, не вопрос. Так 3 часа прошло еще с 3 часов. Я поставлю постановление. На меня? Нет, ну если на опыт от тебя, ну я поеду за рулем. Такая ситуация, ну что поделаешь. Ну попробуешь на меня составить? Нельзя без техпаспорта ездить. Дожига. Ну откуда ты знаешь, что нету техпаспорта? Это же надо нарушить, чтобы сейчас выявить. Сейчас я стою, там хватит, там грязь на дорогу человек будет вывозить. Ну все, на меня составишь материалы. Вот это трэш делаем, согласен? Вставай, не вопрос. Только попробуй меня догнать сперва. Погоня. Погоня будет, красиво сделаем, да? Все будет бомба. Вытаскивание с машины. Вот это мы сделаем. Все, не вопрос. Спасибо. Все. Пошли, спросим у следователя. Мы задержаны, и что мы делаем? Ну что мы время тратим? Товарищ следователь, расскажите, мы задержаны? Машина задержана в данный момент? Машина с поста еще задержана. А есть акт задержания? Да, есть. Акт затримания или акт что? Нет, есть протокол огляду. Так. Огляду транспортного засобу, в результате якого было изъято техпаспорт и автомобиль. Но автомобиль почему-то не доехал. А он обязан был доехать. Давайте, куда? Да, да. Второе дело? Паспорт взять, да, под расписку. Хорошо. Где наш техпаспорт? Повезут? Да. Если там явные какие-то просто ознаки. Да, сюда, и машина, да. И дробки. А в рабочий то еще немає. Они ознаки дробки. И подстава была совсем меньше. Объективная часть. Рассказываю ситуацию. Пост высокий, остановили полицейские, КамАЗ остановили КамАЗ с дровами. Немножечко это. Два разных состояния.
Это два разных состава, я не могу понять. Это подруга не запрещена, это если документа нет, это административная ответственность. А причастность к тому или иному делу необходимо ориентирование, а не предположение полицейского. Уже один предполагал, что он хочет пощупать, ему нравится. Да, пощупать хотел. И наличие найти запрещенных предметов у граждан. Поэтому должно быть обосновано. Стало, то скажут, что потом еще это мы, блин, его задержали. Так вы и так его задержали. Будут, да нет, я имею в виду, что на посту. Так я сказал, что на посту. На посту, это же другие, скорее всего, полиция. Вот, сейчас мы посмотрим, как КамАЗ будет ехать, как вы будете погоню делать. Будем рассматривать дело. Ты ж ему грозился выписать за грязь. Вот мы посмотрим. Так вы что же за порядок? Да мы за порядок не вопрос. Вот когда у нас будут дороги нормальные, тогда мы будем... А чем она ненормальная? Так, а где же грязь? На этих же дорогах второстепенных? Нет, родители, вы же с территории, где грязь намесил. Он намесил? Ну, а кто? Он намесил? Ну, а кто? Он по этой дороге проехался. Нет, подождите, он заезжал на территорию, да? Так это надо еще разобраться, заезжал он туда или нет. На колесах грязь есть? И у меня есть грязь на колесах. Ну, пошлите, выйдете, посмотрим, у вас грязь есть на колесах? Согласен, но вы вывезете ее чуть-чуть, правильно? Ну, достаточно. Чуть-чуть, так, правильно? Чуть-чуть. КамАЗ я больше. Больше. Вам неприятно больше. Будет, когда будет ехать КамАЗ, и вам по лобовому стеклу будет... Там мы помоем колеса. Аварий. Все, вот это мы водитель помоем колеса, говорит. И все. Все, вот это водитель. И поедем. Не, давай не мыть, мы просто надо ролик снять. Ну, братан, не гони. Ну, это неправильно. Ролик-то ролик, нам нужен ролик. Еще раз говорю, я хочу, чтобы полицейские работали по закону. Обойдемся малой кровью и все. Нет. Пошли. А вы ж не уезжаете? Нет, сейчас хвилиночку, сейчас помету. А тут именно полицейских целая куча. Один убежал, второй вот сидит в машине. А эта машина впереди наша? Моя. Сеточка, которая запрещена. Вот это у нас полицейские катаются на этой машине. 9205. Да, проверили страховой полис. Да, ну проверьте, Алексей Михайлович. Все, сейчас, значит, если нету страховки, надо будет постановление выписать. Да. И двигаться транспортное средство уже дальше не может. Да. Оно же стоит. Оно дальше поедет. Дальше. Они же хотят уехать. Мы же обязаны, как бы. Нельзя им ездить. Все, вот. Мы правильно посмотрим. Вот это правильно. Же не на до утра. Стоят. Сейчас, МТСБУ. МТСБУ. Ну, посмотрите, да, пожалуйста. Ну. Нет, а я тебе. Что, я ей сказал, что я должен ментам? Я тебя понимаю. Ну, блин. Бабу жалко. Бабу жалко, ей влетит, конечно. Что ей влетит? Да ничего ей не будет. Да не будет ничего, вы не переживайте. Все у них нормально. Она клапала машину. Согласен. Я говорю, поймите меня, пожалуйста, а мне сейчас. Садите на ряде, вы все договоритесь. Ну я пишу, я ж не первый день в этом движении. Я знаю, что это такое, заедет на ряде. Это уже все, да, шлагбаум не подвесит. Это есть. По-нормально. Он сейчас ключ очень сильно. Что-то да, не хочет показывать. Ну, так по 10 раз, 20. А бывает, потом еще спрашивают, ну, домики, ну, такие гоночки. А проверьте у своих там телефоны, что ли. Не, так а что мы ждем, я не могу понять. А, она бумажечку пишет. Добрый вечер. А можете представиться, кто вы хоть будете? Полицейский водитель Харинского отдела полиции в Балаховской. Ты понял, они ее печатать хотят. Вот что они ждут, вот для чего это. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, а, вот вы как по-хитрому поступили, да? Ага. Ну все, понятно, службовое посвечение, покажите свои. Следующий подписку видео уберется. Черновый. Народ, в общем, такую схему провернули вот эти вот мусора. Вызвали коллег, следачка затупила. Вызвала своих коллег и типа сейчас будут опечатывать. Ну мы сейчас посмотрим, как они ее будут опечатывать. А можете представиться?
Представьтесь, пожалуйста. Следователь Харьковский отдел полиции. У вас уже появилась служба. Да нет еще. Получается, вы нас обманули. Как я вас обманул? Ну, и у меня на камеру постоянно писал. Вы сказали, у вас посвечения нет, вам бы как его привезут. Нет у меня? А это как бы... блокировка какая-то, я так понимаю, да? А вы заблокировали машину? Что, есть службовое посвечение? Да нет, ну... Я с работы уже, понимаете? Ну, можно я вам объясню? Документы привезут на вашу машину. Да. Да, я был водитель. Нет, водитель другой был. Инши? Да. Это моя машина. Ну, покажите, пожалуйста, документ, что это ваша машина. Я спиввластник. Вы же забрали ее. Просто вы нам там изначально, как мы приехали, вы сказали, нету службового посвящения. Ну как нет? А теперь есть. Не могу. Теперь еще не можете найти. Так вы нас обманули, получается. Я вас не обманула, боже, сохрани. Александр Андреевич. Да, я Александр Андреевич. Сейчас. Малюк. Юлия Михайловна. Юлия Михайловна, с личей. А можно еще ваше службовое посвящение? Пожалуйста. Будьте так любезны. Не на камеру. На камеру. Не на камеру. Ну, покажите. На вы отказываетесь? Вы отказываете? На камеру не вы отказываете, да или нет? На камеру не покажу. Чем запрещено? Чтобы не размещали в средствах массовой информации, в интернете. Это вы всякие... дома будете хотеть. Скажите, пожалуйста, кто вы? Дайте я свое покажу, а вы свое. Вы защищаете. Пожалуйста, представьтесь. Покажите, так. Пожалуйста. Можно? Вы сфотографировать хотите? Не, никто не фотографирует. А ну покажите. А вы, обманула ваша коллега. Я вас не обманывала, я вас пытаю. Да. Фотографировать не надо. Я же попросил вас. Я же убрал. Чем запрещено? А чем разрешено фотографировать? Я говорю, я приеду в райотдел, это ты будешь при командире своем говорить такое, понял? Покажи службовое посвечение. Гордиенко. Покажи, чтобы я выполнил закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Гордиенко, как дальше? Виталий Леонидович. Старший, ну так, я что-то не могу, да. Вы не делайте вот это, как вот это, жертвёрство. Подожди, сейчас, подожди, помолчи, пожалуйста. Сейчас приедет. Нет, сейчас подойдет адвокат. И при нем будешь тогда это. Потому что они просто сделали тут показуху, понял? Она специально время потянула. Да какое специально время? Вы потянули время специально. Посмотрите, пожалуйста, документы. Еще раз говорю, вы потянули время. Говорили, у вас нету... изъят место, правильно? Я можу? Вот именно, вот так вот поступают мусора. Ну я з вами нормально розмовляю. Ну як ми поступаємо? Вона обманула нас. Я вас ображала? Я вам якось... Я що не знаю, як ви працюєте, Мірифянський райотдел. Ви мене особисто знаєте? Ви мене особисто знаєте? Ви перевозили будь-яких документів? Можна знайомитися? Що це за документи у вас? Ви хто, адвокат який? Уже рапорт написан. Олексій Михайлович, ти поняв? Быстро как? Ну это просто рапорт электронный распечатали, вообще не проблема. Как вы все оперативно сделали? Ну ладно, приедем мы к вам в райотдел в гости. Вы будете защищать интересы, да, человека или как? Уже защищаю. А, уже защищаю. Так вы сгодни чи нет? Вы покажите, что значит сгодни, не сгодни, что непонятно. Так, протокол огляду, да. Миссия подняла, да. Была оглядка, 21.05, да. 16.05 закончился огляд, да. Правильно? Да, и дальше. Автомобиль стоп, следовал подождите. На дальше. Место стоянки. Дальше. Нет, да. Резолютивку покажите данного. На видео? Да, что за вылучшено, не вылучшено? Снимаете на свой мобильный телефон? На свой мобильный телефон? Сама доступная моя, сейчас подумаешь. На свой мобильный телефон? На свой мобильный телефон, да или нет? Спутными способами. Слухайте меня. Еще раз вам объясняю. Вы меня слышите или нет? Я вам отвечаю. Алексей Михайлович, снимает на свой мобильный телефон. Я включил просто. Лихтарик. Фонарик, чтобы всем было видно. А видео не включено? Может на свет пройти? У меня на видео кто-то снимается. Эксперты.
смотрите. Да. Вот именно да, жуки. Ну, жуки. Чем закончилось этот протокол? Хорошо. Тот промежуток времени вы совершили выучение, правильно я так понял? Точно, да. Оно завершилось. Да. В данном промежутке времени 19.30. Водитель не доехал. Покажите, пожалуйста, тот документ, который подтверждает, что вот эти были у вас правоотношения или какие-то обязанности того или иного человека. Что там у вас написано? Что вот у вас смотрите, должно человек было? Давал нам пояснение. Нет, мне нужно, что вы утверждаете сейчас, что какое-то лицо вам дало какую-то обещание или что-то куда-то доставить. Это, правильно я понял? Да, конечно. Просто на покажите, покажите, пожалуйста, этот документ. Двигался автомобиль за нами. Мы вот поехали с представителем. Где это я могу ознакомиться с данным видео, что двигался за вами? Нет, у меня есть информация, что вы уже выдали транспортное средство, и сейчас вы должны были привезти. И у нас есть и у нас на видео, у нас есть транспортное средство, и у нас есть видео, которое подтверждает, что вы сейчас сказали, вы приедете. Да. Привезут техпаспорт, технические свидетельства. И вы отдадите. Вы отдадите человеку для того, получается, чтобы вы обманули. Вы кто? Вы просто лжица. Я паспорт не могу вам вернуть, потому что он изъят. Ну, лицо, которое непосредственно совершало, вы правильно совершали просто. Я можу просто сказать. На основании чего вы изъяли его? На основании того. Можно? Я просто... Это свет сюда, давайте. Это есть на видео. Еще вона поверна. Но складено протоколу можно, я скажу, а потім ви. Добре, я вас слухала. Складено протоколу на місце події і вилучено. Це майно є тимчасово вилучено на даний момент. Тим, ви хто готовий взяти на себе відповідальність і забрати це майно на зберігання? Є така особа? Слідчий віддасть. Я вас інформую, що свідоцтво вилучалося, але решта ще не складено. Я вважаю, що дане свідоцтво, ми не пишемо вам безпосередньо документ, який дозволили вам, що ми його забираємо собі, як власник. Власник забирає собі. Є власник, хто може написати зберігальний список? Звісно. Ось це я хотів вас запитати. Хто там у нас список? Який забезпечує зберігання цього майна? Ну, у нас... Користуватися ми будемо по той причині, що у нас це майно його особисте. Чому? У нас нема підозри його посередині. Так. Протокол уряду, ще раз кажу. Слідчі і Слава вилучила. Далі вона може повернути самостійна особа приймає рішення. Відповідальне зберігання власнику, так? Який напише зберігальну розписку, то, що він зобов'язаний зберігати до вирішення питання по суті, так? Не власник. Ви ж власник, там проти власника. Власник. У нас доручення є. Довіреність є. Покажіть. Де довіреність? Довіреність. Покажіть довіреність. Или ми з собою не возимо, так? Ми, наверное, з собою не возимо. Ну, я думаю, у нас є варіант, який всіх влаштує. Це особа, яка безпосередньо якою вилучалася, він сам і зазначив цю відповідальність на себе. Ну, користувача і я його вкладала в протоколі. Він користувався. Давайте, если что, может, непосредственно лицо, которое изымали, кто-то вы готовы написать на сберегательную расписку, что вы отнимаете на сберегательную? Друзья, в общем, вкратце расскажу. Вот мусора просто развели человека на то, что дождали своих коллег и сейчас пытались забрать автомобиль на райотдел. То бишь, никогда, запомните, никогда не ведитесь на то, что... мусора вам говорят, давайте отвезите на райотдел. Это чистый обман. Им нужно эвакуатор, пожалуйста. А почему вы все? Копия протокола сейчас получена. Копия протокола особая получается. Слідчий не просто на просьбу, а зобов'язано. Надо. Надала. Як 62 тоді. Давайте будемо сфотографувати, щоб не додавати, так? Яка особа буде писати на зберігання? Писати безпосередньо, у якої вилучали. Ви водій? Да. Так. Ця особа була водієм? Так. Да. Ходімо. А ви такі всі жуки, я бачу здесь. Дві жучки і два жука. Я вам запрещаю меня снимать.
Камеру уберите, уберите камеру, камеру уберите, не снимайте. Нет, я запрещаю себя. Нет, я запрещаю. А вы уйдите, мужчина, я вас не знаю, что вы. Я вас тоже не знаю. Уйдите. Ну свободен тогда. Тогда свободен. Вы тоже. Ну тогда свободен. Я вас не снимаю, чего вы до камеры стоите? Ну я кручу. Ну тогда уберите все, я вам запрещаю. Я перезвоню, а то тут на меня мусора напали. Да. Да, да, да. Нет, мы опять в область уехали. Мерефи. Я вас очень прошу. Сейчас пройдемся. Давай, сейчас я буду. Не сиди там. Давай, там и напишем. Там нормальный стол. Что ты покажешь по свече? Я предъявил. Что ты предъявил? Посвідчення службового. Чего ты дергаешься? Чего ты дергаешься? Это вы дергаетесь. Ну так ты ж мне тут дергаешься. Я ж не дергаюсь в твою сторону. Я лишних движений не делаю. Кричи, ты а ты пытаешься мне сделать здесь. Кричи, ты на мене дергаетесь. Я кричу. Ну, может, тембр голоса у вас такий. Я в хоре выступал. Я будь был певцом. Будь ласка. Понимаешь? Будь ласка. Я был. Та не снимайте меня. Ой, я... Да не, не вас снимают. Не фиксируйте меня. Не вас снимают. Я вам тоже запрещаю снимать. Не снимайте меня. Не вас снимают. Ну не снимайте, я вас прошу. Яка власная безпека? Я власная безпека. На основании какой статьи? Статьи 40 закона Украины про национальную полицию. В автоматичном режиме. Опа, завод. Еще раз объясняю, если вы пытаетесь сослаться на 31 пункт статьи закона о полиции 9 части, то я вам объясняю. Она ссылается на 40-ю статью. Если вы законов не знаете, так и скажите, что вы законов не знаете. И вы нарушаете сейчас закон 10.26 про видеофиксацию. Чтобы вы понимали. За это тоже можно еще как бы догану получить. Понимаете? Сейчас я машину. А вы на личной машине ездите? На службе? Вы на личной машине ездите? Вот именно жуки, вот обманщики. Вот именно людей именно разводите, разводите, разводите. Ну только же здесь. Вон у нас видишь. Народ, не дай бог попасться вот этим вот этому, вот это и вот этому. Они вас разведут. Все в рамках действующего законодательства. А я говорю нет. А я вам... Смотри, да. Ты уже нарушил закон о полиции, 18 статью, пункт 3. До полного ознайомлення. До полного. У вас было... Еще раз объясняю. Ознайомлення. Также, есть Конституция Украины, 34 статья. Вот если ты ее знаешь, почитай, пожалуйста. Я могу любым способом, понимаешь, любым. Если вы не знаете законов, так и скажите, что вы их не знаете. Нигде не указано, что вы можете сниматься с любого посвящения. 19 статья Конституции Украины. Тебе запрещено меня... Покажите, пожалуйста. Кого тебе? 34... Вы можете фотографировать или снимать на видеозъемку службового посвящения. 34 статья Конституции Украины. Для ознайомлення, будь ласка, ну не подарувати і... Знімати. Там любим удобним способом написано, щоб ти понімав. Ну не написано знімати. А де написано, що запрещено? А де написано, що... Вот і все, поэтому виповни закон о... Ну то я буду ще, я розцінюю це, що ти не виповнив. Це ваше суб'єктивне. Я буду винужден написати в відповідні органи, понял? Звертайтеся, це ваше право. Поэтому давай я прочитаю, а у нас не давай, є... а давайте поважати друг друга. Я не знаю, хто ти. Ну, у вас було достатньо часу. Я не знаю, хто ти. Ну, у вас було достатньо часу. Понимаєш? Потому що ви ж герої, ви ж форму одягаєте, ви ж герої. Абсолютно. Що абсолютно? Абсолютно. Що абсолютно? Це дискусія, вона ні для чого не приведе. Та яка дискусія, понимаєш? Тому що ви плівали на закони. І от ця ще обманщиця сидить, теж зададим питання руководству, яка обманула людину. І казала, що в неї немає посвідчення. Це ваше суб'єктивне. А що ви його не могли нам показати? Кому показати? Нам показати, людям, які к вам звернулися, якщо ви поліцейська. Ви показали свій документ? Звісно. Когда? Когда вже приїхала група? Я вам ще туди подійшов, ви спросили, хто? Вам адвокат? Ви хто? Я вам
сказал. Не говорили вы, ну зачем вы врете? Что вот там мы стояли возле машины, я вот так вот показал. В чем проблема? Обманщица. Друзья, еще раз повторяю. Вот это именно райотделовские негодяи, которые разводят людей. А ситуация была такая, что пластиковые остановили КамАЗ, приехали следователи, описали все. Ну и в итоге КамАЗ уехал, выгрузился, красавчик ему вообще. И все, а это теперь, ну, это обмануло нас, что типа везут регистрационные документы. В итоге привезли, а привезли уже готовые материалы. Ну, сейчас я подъеду еще туда.